В поликлинике номер один к Всемирному дню борьбы против рака все готово. 4 февраля здесь стартуют недели мужского здоровья. А начиная с 18 числа на прием будут ждать уже женщин. Эту новость пациенты восприняли на ура, ведь кто предупрежден, тот вооружен. Мы не всегда можем выбраться, так пройти сами. А здесь приходишь в поликлинику, там уже очень занимаешь, и все принимают тебя. Я часто хожу, обследуюсь. Лучше заранее узнать проблему, чем потом. В начальной стадии же можно вылечить, а потом поздно, потом будешь уже сколько денег затратишь, и бесполезно будет. Надо своевременно все это делать. Проходить обследование вовремя рекомендуют и специалисты. Рак, конечно, опасное заболевание, однако выявленный на ранних стадиях недуг все же можно вылечить. На обследование врачи прежде всего приглашают мужчин в возрасте от 50 до 65 лет и женщин за 40. Они находятся в группе риска. Эти люди редко обращаются за медицинской помощью. Это обычно работающие мужчины, которые не проходят смотровой кабинет практически никогда. И поэтому в этот раз мы приглашаем именно эту группу людей. Поэтому мы работаем все субботы специально, у нас две субботы, чтобы людям было удобно. В первую очередь врачи будут исследовать состояние молочной и предстательной желез. Однако и без общего осмотра, безусловно, не обойдется. Так, за последние 20 лет увеличилось количество заболевших раком ротовой полости почти в два раза. В случае определения подозрения на какое-либо заболевание, онкологическое или предонкологическое, есть такие предраковые заболевания, которые также мы должны наблюдать очень внимательно и, конечно же, в онкодиспансере. Мы направляем всех этих больных в онкодиспансер. Прием специалисты будут вести каждый день с 8 до 20 часов, кроме воскресенья. Недели здоровья пройдут в 7 медицинских учреждениях. Таким образом, врачи смогут охватить жителей всех районов Сочи. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.